Таким образом, мы видим, что время работы написанного алгоритма пропорционально величине входных данных. Тем самым время работы алгоритма линейное по величине входных данных. Давайте попробуем ускорить написанный алгоритм, перебирая возможные делители наших чисел чуть быстрее. Действительно, заметим, что если число А является произведением двух чисел D1 и D2, то ровно один из них минимальный не превосходит корни из А, а второй не меньше, чем корень из А. Действительно, если бы оба были меньше корня из А, то их произведение было бы меньше, а если бы оба были больше, чем корень из А, то их произведение было бы больше, чем А. Поэтому достаточно для того, чтобы перебрать все делители, перебрать все числа от единицы до корня из А, а второй возможный делитель найти по формуле D2 равно А, деленное на D1. Давайте. Итак, перебираем все маленькие делители числа А, не превосходящие корни из А, то есть в квадрате не превосходящие А. И проверяем, если перебираем число действительно является делителем А, то если он и является делителем B, то это общий делитель, и нужно обновить текущий ответ. Также теперь нужно вычислить соответствующему большой делитель. И если он является и делителем B, то также нужно пересчитать ответ. Потому что, возможно, перебираемый делитель BigD является наибольшим. Давайте заметим, что так как мы D перебираем в порядке возрастания, то BigD перебирается в порядке убывания от наибольшего делителя к наименьшему. Поэтому, как только мы нашли первое число, которое является делителем B, то это число и является наибольшим общим делителем. Его можно сразу вернуть. Проверяем, что программа компилируется. Давайте запустим ее на каких-нибудь простых тестах, чтобы проверить, что она по-прежнему работает. И теперь протестируем скорость работы алгоритма. Мы видели, что на тесте 10, раньше программа работала очень долго. Теперь она отрабатывает практически мгновенно. И даже на числах порядка 2.16 программа работает меньше секунды. На тесте порядка 2.18 программа будет работать в 10 раз дольше, что соответствует тому, что теперь время работы пропорционально корню из входных данных.